стартап, о котором на самом деле я знаю со старта, и мне про него говорили как раз ребята, с кем я общаюсь, кто просто инвестирует деньги в стартапы, они не заходят в хайп-проекты, а заходят вот именно своими деньгами в какие-то качественные стартапы, которые меняют жизнь людей к лучшему. Один из таких стартапов, о которых я узнал много месяцев назад, это Aquix, но у меня на тот момент времени не было возможности изучить эту технологию и то, что они хотят внедрить на нашу планету. И сейчас у меня появилась такая небольшая возможность. Но сегодня я прям вам про все это не буду рассказывать, потому что времени на самом деле осталось немножко. Сегодня через несколько дней у нас будет смена дисконта, и уже на 10% будет дороже купить здесь акции этой компании, скажем так, чем вот сейчас, когда я это буду делать на ваших глазах. Сейчас я буду покупать несколько пакетов и расскажу вообще, почему я это делаю, почему можно купить сейчас несколько пакетов, а потом просто докупить то количество, которое вам будет необходимо. Значит, компания Aquix — это развитие экологических технологий. Это то, что будет менять планету к лучшему. Соответственно, если это будет востребовано, это уже востребовано то, что они делают, потому что вот если мы посмотрим там какие-то сюжеты, я оставлю, скорее всего, вплоть до вот выделения влаги. Ролики под этим видео. Сейчас выключу звук, чтобы вы посмотрели, сами изучили быстренько информацию, а потом приняли для себя решение, вообще нужно вам инвестировать в этот стартап или нет. Но, на мой взгляд, довольно-таки перспективная такая технология. И что самое интересное, друзья, что мы здесь будем с вами уже получать дивиденды уже в следующем году. И, скорее всего, инвестирование уже будет закрыто через несколько месяцев, где-то в марте, по моим расчетам и по расчетам тех людей, кто развивает это направление, потому что заходят китайцы. Китайцы у нас присмотрелись к этой технологии. Они, сами знаете, как инвестируют по полной. Если китайцы заходят, то они все сметают на своем пути. И то, что здесь присутствует, за очень короткий промежуток времени. Поэтому, если вы будете принимать решение, то принимайте его быстро. Даже если вы не успеете закупить акции сейчас, то купите их до хотя бы конца декабря. Потому что сейчас я буду рассказывать вам про условия, по которым вы, скорее всего, согласитесь сюда зайти и попробовать сюда инвестировать. Кстати, с каждой $1000, которые вы вкладываете именно сегодня, уже со следующего года вы будете на каждую 1000 получать по $800 чистой прибыли в год. То есть, получается, вы здесь будете зарабатывать 80% чистой прибыли на полном пассиве от тех возможностей, которые предоставляет эта компания там по всему миру. Значит, у Aquix, вкратце расскажу, есть 4 продукта. Это у нас получается, что они изготавливают, что за оборудование. Они изготавливают оборудование, которое очищает комнаты, воздух и промышленные газы на каких-то там заводах, предприятиях. Это первое. Вот такая вот интересная технология, которая вот здесь вот в видеоролике, кстати, показана. Вот она, такая вот установка, которая меняет жизнь заводов, в общем, к лучшему, если одним словом это все подытожить. Потом вторая у нас технология, это у нас оборудование, точнее, которое готовит натуральные энергетики. Вот так вот выглядит эта установка, мы сейчас это все посмотрим. Четвертое, точнее третье, это получается переработка мусора в углеводородное топливо. Это просто будет бомбище, если так будет, потому что любой мусор, который сейчас вывозят, эти свалки бесконечные, все куда-то там закапывают, вот из этого всего можно делать топливо. Вот эта технология будет позволять это делать. Ну и последнее оборудование, это то оборудование, которое собирает воду из воздуха методом конденсации. Это очень крутая тема, я об этой технологии еще знал, наверное, около 5 лет назад. Вот компания Aquix как раз та компания, которая уже это будет реализовывать в жизнь. При помощи таких вот технологий можно, допустим, ту же самую пустыню Сахара сделать жизненной, не меняя климат, друзья. Вот это вот очень круто, и меня это, конечно, зацепило. И вот здесь вот, кстати, вы можете об этом оборудовании почитать, зайдя на ссылочку оборудования. Вот бытовые устройства, это самовар друида, цена $128, готовит напиток, который является настоящим природным энергетиком, то есть вы пьете потом обычную воду, не энергетики, которые высасывают всю энергию из вашего организма, типа там Red Bull и вот этого всего, извините меня за выражение, дерьмища, которое просто вас убивает. Вы пьете натуральную воду, которая вас заряжает энергией. Это у нас как раз кавитатор,
готовит напиток, который является настоящим природным энергетиком. Вот можно как раз такой аппарат потом приобрести, и, соответственно, однозначно он будет у меня дома, и все, что можно купить, я в этой компании куплю, когда они выпустят все свои продукты. Соответственно, изонатор стоит тоже недешево, но я считаю, что тоже должен он быть сейчас с нашей экологией в каждом доме. Очищает воздух от пыли, возгонов, бактерий, а также табачного дыма. По составу воздух становится похож на воздух у морского побережья. Очень крутая задумка, и все это будет в ближайшее время. Точнее, это уже там разрабатывается. Кстати, я тоже там посмотрел материал, где они хотят внедрить в автомобили вот тоже там такие дополнительные присадки, там в дизельные автомобили и в обычные, где получается машина потом будет экономить вам 20-30% топлива. Это то, что тоже изобретает сейчас и внедряет в жизнь Aquix. В общем, я так вкратце вам рассказал, да, вот я просто буду инвестировать сейчас небольшие деньги, потом буду докладывать, докупать постоянно здесь пакеты, потому что у меня сейчас очень большая покупка, и все деньги сейчас аккумулирую я для того, чтобы это все приобрести в конце, точнее в середине декабря. И вот как я это все куплю, потом инвестирование будет сюда намного шире и больше от меня. Значит, для того, чтобы зарегистрироваться здесь, вам нужно перейти по ссылочке, которую вы найдете в описании под роликом, и просто прописать вот здесь вашу почту. Ну, точнее, нажать на кнопочку «Войти», и потом у вас появится такое окошко, куда вы вписываете почту, а здесь вот будет мой логин. Я нажимаю «Далее», на ваш почтовый ящик отправлено письмо, надо его прочитать и подтвердить, скорее всего, регистрацию. Решил закончить этот видеоролик и рассказать об особенностях инвестирования. Смотрите, я хотел сразу купить акции, но мне система не дала и перебросила меня на настройки, точнее сказала зайти в настройки и заполнить все паспортные данные. Заполняется это вот здесь, вот нажимаете на себя, нажимаете на настройки и попадаете в такую менюшку, где вы заполняете ваше имя, фамилия, отчество, паспортные данные, кем когда выдан, ну, без когда, соответственно, не кем, просто дата выдачи, потом день рождения, ну и тут ваш адрес. Теперь персональные данные, тут все заполнено, и там будет такой скан, получается, вашего штрих-кода, это двухэтапная аутентификация, ее тоже нужно сделать. Теперь мы переходим обратно вот сюда вот на витрину, и теперь мы можем купить пакеты. Нажимаем «Купить», вот мы видим на балансе, видите, у меня $660, нажимаем «Купить», нажимаем «Да». Вот с баланса мы видим, что списались у нас деньги, и в портфеле у нас появился один пакет. Дата покупки, количество долей 3084. Нажимаем опять на витрину и купим вначале вот эти вот три пакета, чтобы уж точно наверняка. Нажимаем «Купить», нажимаем «Да», все, деньги списались, опять у нас добавился в портфель еще один пакет, опять нажимаем «Купить», нажимаем «Да», второй пакет, теперь опять нажимаем «Купить», нажимаем «Да», и $60 у нас осталось, покупаем еще один пакет за $48. Нажимаем «Купить», соответственно, нажимаем «Да». И вот мы видим все наши пакеты, которые у нас находятся в закладочке «Покупки». Два пакета по 48, как я вам уже сказал, и три пакета по 184. И из этих пакетов вы можете сделать потом, получается, еще больше акций. И это нужно сделать таким образом. Просто докупаете пакеты, как у вас суммируется одна сумма, то вот получится вот такое количество акций. Получается, с этого пакета можно перейти на этот, а вот с этого пакета перейти на этот. Но все подробности я еще буду записывать, я так думаю, не раз, так что ждите